Мои пальмы. Этой пальме 5 лет. Красавица бесподобная. Я их финика не сажал. Вот это посажено при строительстве дома. Это пальма, ну, лет 15. Она уже пересажена была. А вот эта пальма. Всего года два. Но уже третья или четвертая на этом месте. Мы даже не проживали. Тут вот капельный полив, вот видно, из трубочки. Я бы... Вот тут вот тоже видно, что капельный полив. Вот этой пальмы тоже года два. Другой вид пальмы. Прям на углу дома. Хорошо поливается. Самая первая пальма. Я ее не сажал, а она вышла сама. Она из-под стены убирает стенку. Вот это 5 лет. Она похожа на дом. Растет, почти догоняет эту 6-летнюю. Это дерево клемантина. Я посадил тут между этими пальмами. Вон еще одна пальма. Которая тоже 5 лет. Все зависит от полива. За ним смотреть. Ну, такие вот пальмы. Красавица. Здесь вот трава не стрижена. Так выглядит нестриженная трава. Здесь он что-то садовник изображал. А вот это гранаты. Тоже лет 5 гранатовые деревья. Еще ни разу не цвели эти. Вот это вот драцены. Драцены сажал не я, а сосед мой. Чтобы тут в футбол не играли. Ну, посадил, а сам квартиру продал и переехал. Достали его. Под окнами играли в футбол тут. Thank you.
какая красота.